Собака громко слушает музыку по ночам. Ее диско-собака. Майнивной с вами. Всем привет! И сегодня с реакцией на товарища Куяша и новую анимацию про игру, которая называется «История восторга за 4 минуты. Биошок». Я люблю Биошок, особенно Биошок Инфинити, и давайте смотреть. Инфинити, конечно, не в этой части будет, понимаю. Это я! Да, это действительно я. Эту рыбью харю зовут Эндрю Райан, и он живет на дне. Это донное отважение, прекрасно, которое в 1946 году основал ценитель злобных высиков. Называется «Восторг». И тут все довольно... Как такое случилось? Да, ну, ты же... Бежав после Октябрьской революции из России в Америку, некий Андрей Рыяновский стал ярым адептом индивидуализма и, поднявшись на вершину социальной лестницы, увидел там довольно неприятное зрелище, а именно альтруизм. Из-за чего у новоиспеченного Эндрю... Альтруизм, фу, конечно. Крайно снесло крышу, это хорошо. И он стал ненавидеть все, что связано с бедностью. Все воняешь бедностью. Просравшись и успокоившись, он решает создать утопию, основанную на свободном рынке. И так называемый идеологии великой цепи, которая подразумевает под собой буквально «сери под себя, бедный уберут». А странный выбор места для постройки города он объяснял тем, что «вот-вот ядерная война, и ты всем а мы вот типа такие умные, на дне живем, и нам вообще...» Сверхразумы. Привлекая все больше и больше людей своими порождениями опухоли в мозгу, он таки завершает строительство города и приглашает туда самых талантливых и успешных людей с поверхности. Так в этот город попадает новый персонаж — Фрэнк Фонтейн, который оперативно сколотил себе банду контрабандистов. Вот это точно успешный человек с поверхности. Но реально тут успех. Но безрокого инвалида-работягу укусил вибрирующий ребристый глист, и его конечность восстановилась. Блять, какой же хороший сюжет. Такое событие не могло не заинтересовать местного клизмофила и по совместительству соратника злобного австрийского художника, имя которого нельзя называть. Бабу-врача по имени Бриджит Эннамбау. Мы знаем, на букву Г такой есть чувак. Опасный парень. Которая выяснила, что морской ребристый глист вырабатывает вещество под названием Адам, и он имеет поразительные целебные свойства. Увидев в этом возможность подзарабатывать, Фонтан активно кидает бабу деньгами, но не за ее шикосные танцы, а за исследование глистов. Так оторвала руку, попрыскала себя вот этим Адамом. И все круто. Новывается Фонтейн Футуристикс. Там клизмофилка выясняет, что глисты работают активнее, если они живут в маленьких девочках. Ох уж это либертарианство, ю-ху-ху. Эти девочки активно кушают Адам. И вы подписывайтесь на наш видеожурнал, звоните в колокол и бацайте палец. Это важно, подписывайтесь на их канал, ссылка есть в описании. Это Винди, Виндя из Хасит и все остальные его каналы. Да, это Винди, многие спрашивают, это что, Винди? И многие пишут, ну это же не Винди, это Винди, ребят, господи. И также, если вам нравятся мои реакции, можете подписаться на меня. Прямо было бы очень приятно. Сейчас. Сделали? Молодцы. Да, для тысячи девочек Фонтейн основывает ПМС. Но не тот ПМС, о котором вы подумали, а приют маленькой сестрички. Таким образом, сирот восторга решили использовать по более удобному применению. В них засовывали глистов для сбора волшебной жижи с трупов. А чтобы родственники усопшего не устроили вторые похороны девочкам, им для защиты дали большой папочек. Адам. И основанные на нем тоники и плазмиды, позволяющие получать сверхчеловеческие возможности. Например, вот тебе не нравится твой сосед, он постоянно гадит на твой газон, и его собака громко слушает музыку по ночам. Диско-собака. И жопа в огне помогут тебе в этом. Нашли на него рой пчел и подожди его лицо. Можешь еще его любимую кружку. Но для этого не нужны особые плазмиды, конечно. В общем, из-за такой полезности плазмиды начали пользоваться диким спросом у жителей восторга. Также Фонтейн параллельно с этим открыл приют для бедных, получив тем самым их благосклонность. Из-за этого всего Эндрю Райан начал нихуево так беспокоиться. И по бырику разобрался с Фонтейном в внерыночным способом. Отправил своих людей, чтобы те его Смерть Фонтейна это не отличный способ успокоения. Прекрасный. А бедным повод для негодования, ведь их покровителей... А приближенным Райана повод усомниться в его честности ведения рыночных игр. Ведь тот самоназначил свою напудренную жопу в кресло директора Фонтейн Футуристикс. То есть он стал монополистом по всем категориям. Напомню, красавчик, что Райан вообще-то выступал против всего вот этого, но решил, что... Не по... В городе бедные взбунтовались против своего лидера Атласа и начали гражданскую войну. От Райана отвернулись многие его приближенные, которых он успешно физически устранил. После 4 месяцев кровавой бани с использованием оружия, тоников, плазмидов, девочек, листов, восторг превратился в город, прекрасно, населенный по большей части мутировавшими и
плазмидными нариками, которые бегают и посылают всех на. Таков расклад событий на момент начала. Прекрасно. Прям как будто как в нашей реальной жизни. Биошока. Это было вводное видео по тому, как все будет стоять на момент первой игры. Напишите, понравился ли вам такой ход, то есть перед началом самой игры рассказать про нее немножечко сюжет. Ну и, конечно же, напишите в комментариях, как вы хотите. Это круто, на самом деле, довольно интересно. Бывайте, Евтиандр. До свидания. Это довольно забавное видео. Это хорошо. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на товарища Куэша. И также не забывайте подписываться на мой канал, если вам нравятся реакции. Почему бы нет? Мне было бы очень приятно. Ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы попасть в ролик. Да, вы можете в ролик попасть, если вы напишите комментарий. Интересный, классный, любой. Пишите комментарий, мне будет очень приятно. И нажимайте на колокольчик, это тоже супер мне важно. И мне очень будет приятненько. Все, до скорой встречи. Всем удачи, всем пока.